Киселев использовал любую возможность, чтобы познакомиться с достижениями бывших товарищей по академии. Бывая по делам земельного банка в Москве и Петербурге, Киселев старался не пропустить ни одной художественной выставки. Сохранилось письмо Чиркина, специального уполномоченного сопровождения картин на выставке Товарищества передвижных художественных выставок к Третьякову. 6 января 1875 года, Харьков. Милостивый государь Павел Михайлович. Александр Александрович Киселев, художник и мой приятель, страстно желает видеть ваше драгоценное собрание картин. И я решился обратиться к вам с покорнейшей просьбой показать ему вашу коллекцию. Он в Москве проездом. Ему не хотелось бы упустить случая. Глядя на пейзажи Шишкина, Саврасова, Клотта и других, продолжал Киселев в своем письме и исповеди к редактору, я просто пылал желанием воспроизводить природу. Мне казалось, что я отлично понимаю их отношение к природе, что нет ничего проще, яснее и прекраснее этой задачи, и что вот стоит только хорошенько потрудиться, и я буду тоже делать, что и они. Нужно ли говорить о том, что этот год был одним из самых мучительных лет моей жизни? Я продолжал служить, но годливое отношение к службе, сопровождавшееся полным охлаждением ко мне моих патронов, а затем сильное нервное расстройство, показали мне, что я уже не могу здесь быть хорошим работником. С другой стороны, в свободные дни и часы я испытывал муки родильницы, сидя перед огромным холстом, на котором постепенно появлялись уродливые части моего детища. В 1875 году Киселев послал свое детище на суд жюри Товарищества передвижников. Картина «Вид в окрестностях Харькова» вышла призабавная. Это был пейзаж, в котором можно было найти все – и горы, и леса, и постройки, и воду, и солнце, и огненный свет. По замечанию одного из местных пейзажистов, здесь разом совмещались все времена года и все часы дня. Видно было ясно, что автор этой картины просто сорвался с цепи и излил в ней все, что накопилось в нем за целые годы бездействия. Картина была замечена критиками. Так в известном журнале «Пчела» за 1875 год в статье о 4-й передвижной выставке писали: «Особенно богатый на выставке пейзажный ряд. Вы встретите там блестящие, виртуозные этюды профессора Боголюбова, солидные работы Клотта, талантливые попытки Киселева. Пейзаж последнего, в общем несколько условный, представляет детали, свидетельствующие и о значительной технической опытности, и о большой любви к природе, что особенно важно для пейзажиста». Передвижники тепло отнеслись к художнику, ободряли его и советовали больше писать с натурой. Его принимают экспонентом, а затем и полноправным участником передвижных выставок. 7 марта 1876 года Киселев был единогласно избран членом товарищества, и с этого года он является постоянным участником ежегодных выставок передвижников.
Возвращение в среду художников, писал Киселев, успокоило меня и придало новую энергию. И как бы ни повернулось мое счастье, во мне никогда не возникнет желания выйти из той колеи, на которую я попал.